У вас есть привычка бояться, например, чего-нибудь, публичных выступлений, да? Значит, можно, как бы сказать, потворствовать своему страху и таким образом подкреплять положительно соответствующий рефлекс страха. То есть вы подходите к аудитории, значит, вам страшно, и убегаете, и вам облегчало. Да? Вот, значит, все, положительное подкрепление, и социофобия только разрослась, потому что в следующий раз подойти еще сложнее, потому что, вот, как бы сказать, все это более драматически воспринимается. Вот, да, а можно человека заставить выступить перед одним, перед двумя, перед тремя, да, и будет у нас постепенное угасание этого инстинкта, условного рефлекса, да.